Дорогие друзья, добрый день. Сегодня воскресенье, 19 декабря 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя, и мы продолжаем говорить о событиях в Брюсселе. Как я показала в предыдущем сегменте, сейчас в парке начались беспорядки, вернее, на подступах к парку. Я постараюсь вам показать, что здесь происходит, потому что здесь очень много шума, но не так много действий. Люди с детьми смотрят, люди с собаками гуляют, смотрят, что здесь происходит. Поэтому здесь скорее идут какие-то потешные бои, чем настоящие. Очень много молодежи, которая кидает фейерверки. То есть это все шум. Вы видите, сколько здесь людей. В основном это молодежь. С той стороны парка стоит полиция. Вот немного обстановки. Вот немного обстановки. Теперь они идут назад. Сейчас я вам покажу. Они идут назад. Слышите крики, очень много криков. Но очень сложно понять, что происходит, кроме того, что они кидают фейерверки. То есть новогодний фейерверк они используют для того, чтобы создавать дым и шум. Кроме этого, я пыталась выяснить, здесь очень много молодежи, фактически школьников, и пока что полиция никаких действий не предпринимает, это просто крик и шум. Это просто крик и шум. Я пойду дальше смотреть, потому что они идут теперь опять по направлению к кордону стражи правопорядка. Но, в принципе, честно говоря, я не вижу каких-то особых действий ни с одной стороны, потому что то, что здесь происходит, это скорее крики и взрыв фейерверков, чем какие-то реально, скажем так, агрессивные действия. Я не вижу никакой агрессии, я вижу просто очень много шума. До встречи!